Здорово, это Шамшурин, и это видео о моей практике. Все подробности, как, что, куда и зачем, после этого видео у тебя не останется никаких вопросов. Через мой тренинг практика прошло более 1000 человек, и через мои онлайн-курсы прошло более 20 тысяч. Итак, по поводу 4 дней, которые идет практика. Почему 4 дня? Это очень удобный формат, это интенсив, ты будешь с утра до вечера занят в этом процессе. Самостоятельно, вместе с нами, отдельно, с нашей помощью и так далее. То есть это все выстроено очень технично. Иногда люди на собеседованиях спрашивают моих коллег перед тем, как попасть на наш тренинг. А вот у некоторых тренинг длится месяц. Ну, если ты в месяц несколько раз встретишься с тренером, там, раз в неделю, то это неэффективно, потому что чуть только ты начинаешь после какого-то занятия, скажем, получать такую чуть-чуть этой легкости, спокойствия, уверенности, которая должна быть просто базово, must have. Потом несколько дней ты находишься один, ты здесь еще не привык, и за это время ты опять вот так вот сдуваешься. Поэтому до следующего занятия ты уже сдулся. Когда это идет интенсивно, твой мозг, который все время хочет тебя затянуть первое время назад, он потом привыкает, что это происходит каждый день, и становится нормой жизни. Не должно быть так, что когда ты прошел тренинг, ты потом перекрестился, сказал «Аллилуйя, слава Богу», и все закончилось. Это теперь должно стать твоей нормальной, привычной нормой жизни. Ежедневное общение с женщиной. Каждый день. Это как почистить зубы. Это очень легко, если перетащить тебя через этот страх. К тому же, давай представим себе такой пример. У тебя очень сильно болит зуб. Уже несколько дней, и ты никак не мог вырваться с работы, чтобы его починить. И когда ты приходишь к стоматологу, то если он профессионал, он сделает это достаточно быстро, вылечит тебя и возьмет с тебя за это определенную сумму денег. У тебя наверняка не будет вопроса или пожелания: слушайте, а почему так быстро вы все сделали? Ты скажешь: спасибо вам большое, что вы сделали так все быстро. Что не пришлось ходить несколько раз, не пришлось растягивать этот процесс. Здесь то же самое. Если, а я считаю, что это болезнь, это эррор, это неправильно, это следствие вот этого неправильного социального программирования, если ты достойнейший мужик, у которого не закрыт вопрос личной жизни, ну даже элементарного вопроса в том, что нет секса, это вообще базовая такая потребность по пирамиде Маслоу, то значит нужно как можно быстрее закрыть этот вопрос. Все очень просто. Плюс вообще сам факт сравнения моего тренинга с другими – это уже абсурд, потому что рынок сейчас в России и в СНГ перенасыщен абсолютно непонятными людьми, дилетантами, то есть люди, которые сами ничего не умеют в практическом смысле слова, и они решили, что они тренеры. И большинство мероприятий такого рода выглядит как набор шаблонов, техник, фишечек каких-то и так далее, легенд, которые ты должен про себя рассказывать женщине. И это крайне неэффективно. Во-первых, потому что это создает как раз вот этот негативный стереотип вокруг пикаперов. И я когда-то тоже начинал с пикапа, да, но это не было именно таким. А сейчас мы уже давно ушли за эти рамки. А во-вторых, если ты хочешь найти себе жену, любимую женщину, то вообще никакие легенды, никакие шаблоны просто недопустимы. Потому что ты ведь не себя для женщины ищешь, ты женщину ищешь для себя. Это принципиальная разница. Итак, как проходит практика? Это 4 дня, это 15 человек в группе. Мы сделали максимально удобное количество людей для того, чтобы каждому получилось забрать свою обратную связь. Это 2 персональных разбора в день. То есть мы с вами встречаемся с утра в зале, разбираем все вот эти ваши моменты. Каждого человека абсолютно спрашиваем, как, что, и если потребуется уделить ему какое-то количество времени, это время не ограничено. Мы можем полчаса разбирать одного человека. Столько, сколько нужно. Далее мы объясняем, как что делать, тренируемся здесь в зале на нас в выполнении заданий, и далее мы идем в поля. В полях мы максимально поддерживаем тебя, даем обратную связь, то есть мы вместе с тобой будем находиться, делать эти упражнения. Если нужно, любой из наших тренеров или саппортов может показать тебе, как что делается. Далее мы приходим обратно в зал, и в зале еще один персональный разбор, после чего вы получаете домашние задания, еще и делаете их одни. В одного обязательно, потом ты, как сделаешь один, уже можешь воссоединиться с участниками группы и что-то поделать, попрактиковать вместе. То есть еще один плюс тренинга, то что это тусовка, в которой люди потом начинают дружить, общаться,
потому что у них появляются общие интересы, общие цели. Что касается моего присутствия в полях, я по-прежнему в полях, ребят, я никак не могу оттуда уйти, как бы я ни старался. Возможно, что я не беру себе отдельную группу, я вот это вот 15 человек мы разделяем на маленькие подгруппы, что еще больше увеличивает возможность дать вам обратную связь. Но я все равно хожу между группами, выдергиваю каких-то людей и говорю, пойдем посмотрим, что ты делаешь, как у тебя получается или нет. То есть, ну никак не могу я от вас отвязаться. Я сам лично буду помогать вам выполнять эти практические вещи в полях. Еще момент, о котором я раньше никогда не рассказывал. Значит, в тренинге есть такие три варианта взаимодействия с тренером и три варианта того, как проявляются наши студенты и ученики. Ну, опять же, студентом можно назвать с натяжкой, наверное, каждого, потому что это может быть молодой человек, действительно, 18-20 лет. Ну, это может быть и дядька 50 лет с плюсом или там 48 лет. Какой-то состоявшийся в жизни. Поэтому слово «студент» сюда, наверное, не совсем подходит. Так вот, три варианта проявления себя. Первый, я начну с самого маленького и редкого. Раз, наверное, в две группы приходит человек-невидимка. То есть это мужчина, который пришел, и мы его там просто не видим. Он сидит где-то в зале, в самом на галерке сзади. То есть мы его, естественно, пытаемся сделать из человека-невидимки человека-видимку, когда мы его вытаскиваем вперед на первый ряд, то есть пытаемся его включить. Но бывает такое, что когда мы выходим в поля для того, чтобы практиковаться, то есть нас невозможно не найти, потому что мы сами звоним, говорим, ребята, мы здесь, подходите и так далее. Этот человек где-то прячется, потому что, видимо, ему настолько там просто не хочется менять свою жизнь. Мы его, если обязательно, если его увидим, мы его притащим сюда и скажем, давай-ка делать и так далее. То есть я бы не назвал это заставлять, я бы назвал это, что результат наших учеников для меня важен и важнее даже, наверное, чем для самих учеников. Иногда бывает так. Вот. Это крайне неэффективное прохождение тренинга, но, слава богу, такие люди попадаются, говорю, достаточно редко, раз в две группы. Следующий вариант, как люди проявляются, они просто находятся рядом с нами. Это то, о чем я настоятельно прошу мужчин на тренинге, когда мы выходим в поля. Достаточно того, чтобы ты был в поле зрения меня или моих коллег, или саппортов. Все, к тебе подойдут, скажут, давай сделаем вот это, предложат что-то, какую-то помощь. И это очень хороший вариант, который самый распространенный. И есть еще один вариант, когда мужчины сами подходят, говорят, слушай, прям буквально дергают вот так за руку, а посмотри, как я делаю, а что мне делать, а что еще? То есть это такие максимально включенные, таких, как правило, немного. Но это уже, ребята, просто high level. Что я хочу этим сказать, что достаточно просто быть вторым вариантом. То есть достаточно находиться в поле зрения тренеров, быть рядом с нами. Не обязательно нас дергать, то есть, хотя, если хочешь, легко, мы только рады. Но обязательно не нужно быть человеком-невидимкой. Как только ты туда придешь, просто будешь у нас на глазах, и это уже гарантирует тебе результаты в этом тренинге. Причем такие, о которых ты сам просто не мог даже мечтать. Многим мужчинам достаточно сложно принять решение, особенно когда там есть вот это ощущение себя, что я же мужик, как так, я же распишусь тем самым в собственной какой-то несостоятельности в этом вопросе, это же так нельзя, что-то обо мне подумают, что я не крутой. Это вот вещи, которые очень сильно мешают мужчине вообще развиваться, не только в вопросе женщин, потому что этот страх показаться некрутым, он тебя очень сильно тормозит. Нужно быть максимально открытым. Говорите, ребята, если я чего-то не умею, просто научите, помогите, исправьте. Если ты хочешь накачаться, ты идешь в фитнес-зал с тренером. Если ты хочешь освоить какой-то там навык по бизнесу, ты идешь к какому-то консультанту. То есть тут то же самое. Так вот, и многие испытывают дискомфорт, они прям вот не решаются прийти, потому что они понимают, что там придется делать то, что им самим делать страшно. То есть, как бы, если ты сам попробовал, ты понял, что это очень некомфортно. Ты понимаешь, что придя туда, мы будем это делать намного больше, намного интенсивнее и намного чаще. Но здесь есть четкая разница, которую надо понять. В тренинге с тобой рядом будут тренеры, саппорты и помощники. Поэтому у тебя получится это сделать. И самое главное, что здесь ты можешь свалить всю ответственность на нас. Когда ты сам выбираешь девушку, чтобы к ней подойти, познакомиться, пообщаться или пойти на свидание с ней,
и у тебя с ней что-то не получается, это неприятно, потому что зачастую механизм в голове работает так, что типа, значит, со мной что-то не так, это я плохой, я какой-то несостоятельный и так далее. То есть, ну, как бы бьет по самооценке. Но когда на тренинге тебе тренер предлагает, показывает, говорит, вон, смотри, девушка, давай пойдем к ней. Там, получается, не ты выбираешь, а выбирает тренер. И даже если будет какой-то отказ, а отказ это неминуемо, просто к ним надо привыкнуть и легко воспринимать. Тогда у тебя конверсия повысится. Ты не будешь как бы где-то бессознательно в это время винить себя, то есть это не будет бить по твоей самооценке, потому что что-то внутри тебя будет говорить, так это же не я выбрал, этот тренер показал, поэтому я тут ни при чем. Это очень крутой такой механизм, который действительно помогает тебе пройти из точки А в точку Б, в которую ты хочешь. И если ты боишься все равно идти в этот дискомфорт, я такой солидный дядька, как же так, вот куда ж я пойду, просто спроси себя, тебе вообще не страшно от того, что ты такой достойный мужчина, и тебе некому позвонить, тебя никто не ждет. У тебя, тебе приходится заниматься сексом с теми женщинами, которые тебя не устраивают. У тебя нет любимой женщины, которая бы тебя уважала, ценила, заботилась о тебе. То есть ты же такой достойный. Вот это должно быть самым страшным. Просто задумайся о последствиях. А сколько еще времени ты готов вот так вот пропускать свою жизнь мимо и не жить той жизнью, которой бы тебе хотелось? К нам, кстати, часто приходят мужчины, которые собираются на тренинг год или два. Они пытаются решить все такой малой кровью. То есть они покупают книжки, видеокурсы и так далее. То есть, но те, кто приобретает видеокурсы, они делятся на две категории. Причем одна категория очень маленький процент, которые делают все, что там есть, набравшись мужества, это достаточно тяжело, но они это делают, и у них получается результат. И наибольшая категория, вторая половина, когда мужчина приобрел видеокурс, смотрит теорию, но как только он доходит до практических упражнений, которые там есть, особенно каких-то, например, горлом и чего-то еще, все, его стопорит. Или он это делает минимально, жалея себя. То есть основная проблема самостоятельного обучения, что у большинства из нас в этом вопросе, к сожалению, не хватает силы воли. В другом вопросе ее может быть дофига. И ты себя жалеешь, ты себе говоришь, ну ладно, достаточно, сделаю там вместо 10 попыток там 1-2. То есть и ты не даешь сам себе перейти вот через эту черту дискомфорта. Что мы будем делать с тобой на тренинге? Прежде чем ты туда попадешь, ты после того, как забронируешь себе место, ты получишь теоретический материал. То есть, соответственно, придешь туда уже теоретически подкованным человеком. Далее только персональная работа, несмотря на то, что это группа. Плюс группы в том, что там есть люди, у которых плюс-минус вы все похожи, вы все одинаковые в своих каких-то проблемах, но есть какие-то разные акцентуации. Кто-то, там, допустим, слишком жесток, кто-то слишком мягок. И этому человеку, который жесткий, неплохо бы присмотреться к тому, который помягче, чтобы быть более, там, скажем так, интеллигентным, чтобы вызывать больше доверия в начале общения. Тому, который мягкий, неплохо бы посмотреть, что-то перенять, интроицировать или впитать от человека, который более жесткий. То есть вот так это работает. Каждый человек для другого в чем-то может быть примером, и это в этом уникальности плюс группы. Мы разбираем еще раз каждого участника, независимо от того, сколько времени. Если потребуется, мы будем разговаривать с ним хоть час, лишь бы только найти к нему какой-то ключ. Есть общие задания, которые ты будешь делать, которые есть каждый день по нарастающей. Никто не будет сразу нагружать тебя, это будет все очень плавно, 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 плавно. Поля под нашим контролем. То есть любой тренер без проблем, как я уже сказал, может показать тебе, как делаются те или иные задания. Мы на связи в любое время. Мы сами постоянно напоминаем вам, чтобы вы нам звонили, если есть какие-то вопросы, что-то не получается, набирайте, мы всегда подскажем, расскажем и так далее. Проблема только в том, что многие люди просто не звонят, несмотря на то, что мы их уговариваем. В тренинге практика есть несколько человек саппортов, команда поддержки. Это те люди, которые помогают тебе работать в полях, выполнять эти практические рекомендации. И есть три тренера. Это тоже уникальность данного мероприятия. То есть у нас три тренера, три взрослых дядьки, 35-38, в таком возрастном диапазоне. У всех есть женщины, семьи, дети, и, ну, почти у всех. Вот. И, соответственно, это опытные мужчины, не только с женщинами, но еще и по жизни. Очень мудрые, очень опытные. У всех разный способ донесения. Таким образом, для чего я это придумал? Чтобы каждому человеку можно было подобрать персональный ключ, потому что кому-то зайдет, как говорится, есть такая пословица, совет мастера может прийти из уст прохожего алкаша, а здесь немножко
ну, отчасти напоминающий, что где-то тебе может говорить один тренер что-то, оно не зайдет, не зайдет, не зайдет, потом тебе другой тренер просто скажет мельком какое-то слово, и у тебя раз, такой произойдет инсайт, и ты поймешь, впитаешь, что нужно сделать, как это что-то у тебя поменяется. Это уникально тем, что здесь есть три тренера. И по большому счету, еще раз, это не пикап-тренинг, это не тренинг по соблазнению, это тренинг личностного роста, в котором люди меняются как личности и улучшают свою жизнь во всех аспектах этой жизни. Женщин мы там, извини за мой цинизм, при всей моей любви к ним, используем как некий инструмент, потому что женщины, как ничто другое, как никто другой, могут моментально активизировать в тебе боль, которая дает какую-то реакцию. И каждый мужчина реагирует по-разному. То есть на какие-то отказы, на что-то еще. И мы видим, что тебе мешает по жизни. Соответственно, женщина – это такой приятный бонус, который обязательно будет в твоей жизни. Уже на третий день тренинга ты пойдешь на свидание с красивой девушкой, с которой ты там до этого на второй день, допустим, познакомился. И возможно, что даже у тебя будет с этой девушкой какая-то близость. И ты поймешь, что на самом деле это может быть вот так вот быстро и просто. Только за этот тренинг у тебя будет больше женщин, чем за всю жизнь до этого вообще вместе взято. Плюс мы раздвинем твои рамки не только в плане общения с женщинами, ты станешь более уверенный, более коммуникабельный, то есть у тебя будет меньше проблем в общении с людьми, в нахождении каких-то там единомышленников, друзей, то есть по работе, по бизнесу, с клиентами. Это отражается абсолютно на всех сферах жизни. Главное, что ты получишь на тренинге, ты получишь ощущение собственного комфорта и ощущение себя как нормального мужика с яйцами, который способен на многое. А свидание, знакомство, секс, женщины – это уже такое следствие, приятное дополнение к тренингу. У некоторых мужчин есть какие-то, скажем так, мысли в голове. Допустим, кто-то говорит: «Я не хочу бегать, потому что я такой взрослый дядька, я что это, я буду бегать и не бегать?» Не бегай, сиди дома, мастурбируй, пользуйся услугами проституток, не знаю, общайся хрен пойми с кем. Физически, в прямом смысле, если ты взрослый мужчина, естественно, ты бегать не будешь. К каждому, в чем уникальность, к каждому персонажу мы подбираем свои личные, частные, персональные задания и персональный подход. Если ты солидный взрослый дядька, твои подходы максимально будут, скажем, упакованы нами вот в эту солидность, и для этого не нужно будет бегать от одной женщины к другой. Я слишком взрослый для этого, некоторые говорят. Ну, я не знаю, как бы, если у тебя все работает там и тут, то вряд ли ты, скажем, согласишься на то, чтобы прожить остаток дней без женщин, без секса, без отношений, возможно, без семьи. То есть никогда не поздно это начать. И самое забавное и смешное, когда мне 30-летние мужчины, парни, молодые говорят: «Я уже слишком взрослый для этого». Извините, у нас люди приходят по 50 лет. Там 15 человек, и вдруг мне не хватит персональной работы. 15 человек – это достаточно для того, чтобы каждому уделить максимум времени. Поверь мне, тем более нас три тренера, у нас еще несколько человек в команде саппортов. Мы тебе дадим столько, что ты еще не унесешь. Мы тебе отдаем свой максимум. Проблема, как правило, бывает в другом. Сможешь ли ты забрать оттуда свой максимум, забрать все, что мы тебе даем? Там не будет проблем с тем, чтобы была персональная работа, персональные рекомендации. Проблема чаще бывает в том, что люди не всегда хотят впитывать эти рекомендации. Кто-то спрашивает или переживает, а не будем ли мы бегать там в женском платье, петь песенки какие-то на улице, в метро. Никакого бреда не будет и никогда не было, потому что это вообще лишняя ненужная фигня. Все задания тренинга, которые еще раз выстроены по нарастающей, с самого легкого, чуть выше, чуть выше, чуть выше, чтобы для тебя это максимально было комфортно. Все задания этого тренинга, они исключительно связаны с общением с женщинами. Ничего лишнего мы там делать не будем. У каждого задания есть свой смысл, мы его объясняем, мы его предлагаем сделать в зале, попробовать. Кстати, у нас еще есть приглашенные женщины, которые девушки красивые, которые приходят для того, чтобы дать тебе обратную связь, чтобы ты мог у них спросить напрямую и услышать от них то, что никогда не услышишь,
ни от какой другой женщины в другой обстановке. Также ты будешь отрабатывать на них кинестетику и прикосновение. Это очень здорово и классно, когда ты сможешь. Кто-то действительно по несколько лет просто не обнимался с красивой и приятной девушкой. Итак, когда ты выполнишь все эти задания тренинга, ты будешь всегда знать, что сказать, что говорить. Тебе не страшно будет подходить к девушкам и знакомиться, потому что ты будешь спокойнее относиться к тому, что может быть отказ, может все получится. И как только ты получишь это спокойствие, отказы сведутся до минимума. Ты перестанешь испытывать дискомфорт от немых пауз в общении. У тебя не будет потребности все время болтать, болтать, болтать. Ты поймешь, как себя позиционировать правильно с позиции сверху, как заинтересовывать девушку собой, своими качествами, своей личностью, а не какими-то там ресторанами, кафе, подарками и всем прочим. Ты научишься правильно давать женщине такой посыл, что ты нормальный, настоящий мужик. А я знаю, что ты такой и есть, осталось только немножечко включить этого мужика в тебе. Ты научишься быть настойчивым, но не навязчивым. Это очень большая разница. Ты перестанешь бояться выглядеть глупо или сказать какую-то глупость. Ты будешь легко и играючи обрабатывать все женские проверки и возражения, а женщины те еще возражальщицы, да, они любят поманипулировать, повозражать. Ты будешь знать про это все. Ты будешь знать, как звонить девушкам, как приглашать их на свидание, как проводить свидание так, чтобы это было максимально приятно, эффективно и максимально быстро сближаться. Ты получишь обратную связь о твоих свиданиях, да, то есть что ты делал так, что ты делал не так, и многое, многое другое, то есть все вопросы, которые могут возникнуть у тебя, мы их с удовольствием легко и быстро, и самое главное, профессионально закроем. И вопросов на самом деле бывает очень много, потому что, например, вот это некая инвестиция в себя, это самое главное, самое важное, что у тебя есть, это ты сам. Потому что, когда ты покупаешь себе дорогой телефон какой-то, ты понимаешь, что это будет. То есть ты знаешь, что это будут какие-то кнопочки, картиночки, интернет, ты будешь ходить там, показывать всем этот телефон. То есть ты четко знаешь, что за эту цену ты получишь вот это и вот это. В плане, хотя бывает такое, что ты покупаешь себе дорогой телефон, а тебе просто некому позвонить. В плане же тренинга я тебя понимаю. Есть какие-то сомнения, потому что это стоит определенных денег. Ты не понимаешь, что будет в конце, потому что ты никогда не был за гранью вот этого своего страха и дискомфорта с женщиной. Ты никогда не ощущал это состояние легкости, спокойствие, когда это, знаешь, как будто ты воспитатель в детском саду, у тебя здесь маленькие детки, и ты никак, ну, ты будешь радоваться, ты будешь с ними общаться, но ты не будешь волноваться ни капли, не будешь переживать ни капли. Мужчины думают здесь, да, получится ли у меня, то есть, а вдруг я не смогу. Вот, конечно, получится, потому что рядом будем мы, и это наша работа, и мы профессионалы своего дела. Когда я говорил тебе про то, что у нас профессиональная команда тренеров, то есть еще раз, эти мужчины профессионалы не только с женщинами, но и вообще у них есть богатый жизненный опыт, есть чем поделиться с тобой. Почему? Потому что, например, я сам там какое-то время назад, 15-20 лет назад, я ездил на стройку на велосипеде с привязанной к багажнику лопатой. То есть я прошел сам путь, в том числе и финансовый, в том числе и какого-то личностного роста. Я избавился от кучи своих комплексов, тараканов, того, что мне мешало. И сейчас я готов передать весь этот опыт тебе. Осталось только тебе вписаться в наше мероприятие. Кому надо прийти на это мероприятие? Тем мужчинам, которые наконец-то хотят уже начать выбирать женщин, а не так, чтобы выбирали их. Это очень большая разница. Если тебе надоело жить так, что ты отдельно, девушки отдельно, то тебе к нам. Если тебе нужна женщина для семьи, то однозначно к нам. Если тебе нужно много разных девушек и много секса, то тоже сюда. Если ты недавно расстался с девушкой, был с ней в каких-то отношениях, сейчас у тебя все там разрушилось, либо ты ушел сам, и сейчас ты не можешь найти себе новую женщину, то тебе однозначно к нам. По сути, любому нормальному мужчине, который хочет прокачаться в этом вопросе, мы будем рады ему к нам. Как я уже сказал, здесь будут приятные побочные эффекты. Это рост по бизнесу, рост по деньгам. Это наконец-то ты решишься сделать то, что ты давно не решался. Например, переехать в другой город или попросить о повышении, или сменить работу, или что-то в этом духе. Или познакомиться с той женщиной, которая тебе уже 3 года мозолит глаза. Кому не надо приходить на это мероприятие, тем, для кого личная жизнь – это не приоритет, когда для тебя важно что-то другое, все что угодно, кроме твоей личной жизни.
Если ты считаешь, что там мы все сделаем за тебя, тебе тоже это не нужно, потому что мы не будем делать все за тебя, мы будем делать все вместе с тобой. Вернее, ты будешь делать это вместе с нами. Если ты считаешь, что там разводят лохов, естественно, то это точно не твой путь. Лучше сидеть в той заднице, в которой многие находятся сейчас. Ну и опять же, не надо приходить тем, кто думает, что еще рано, я еще, в принципе, сам попробую, еще лет 10 пройдет, вот тогда я и пойду. Вот этим ребятам к нам приходить не нужно. Почему этот тренинг стоит столько, сколько он стоит, ты можешь узнать здесь под этим видео, потому что я сам за многие годы вложил в свое образование, в свое обучение достаточно большую сумму денег, во-первых, во-вторых, потому что это фактически подарит тебе билет в новую жизнь. Если бы тебя сейчас спросили, вот смотри, есть такая сумма, и готов ли ты отдать ее за то, чтобы рядом с тобой оказалась самая-самая лучшая женщина в мире, которая будет всегда с тобой, которая будет тебя во всем устраивать, и ты будешь просто счастлив с этой женщиной? Ты бы, не задумываясь, сказал «да», потому что тут есть гарантии. Здесь немножечко по-другому. Все гарантии зависят только от того, как ты вложишься в этом мероприятии. От себя я могу гарантировать, что я дам тебе весь максимум своего участия, своих знаний, своего опыта. Тебе останется это только лишь забрать. И да, сейчас осталось только забронировать место на практику, узнать о стоимости, о том, когда и куда тебе приезжать. И мы увидимся там с тобой и будем менять твою жизнь в лучшую сторону.